вы можете наблюдать исходное клиническое состояние в области зуба 23 с рецессией десны до операции, состояние в области зуба 23 после оперативного вмешательства. Обратите внимание на объем кератинизированной десны. Состояние клиническое после хирургического вмешательства. Также более предметно вы можете рассмотреть состояние после хирургического вмешательства и объем кератинизированной десны и апикальной рецессии, который был получен. Характеризует состояние тканей спустя год после операции. Обратите внимание, что нету никаких рубцов. Очень хороший объем кератинизированной десны, ширина прикрепленной десны и ее толщина. Также можно более широко и панорамно увидеть состояние ткани спустя год после операции. Мы приступили ко второму этапу оперативного устранения рецессии десны в области зуба 2-3. А теперь, когда уже создан объем кератинизированной десны и рецессия незначительна, остается только в основном некариозное поражение твердых тканей зуба, мы приступаем ко второму этапу. И сейчас вы видите на слайде дизайн разреза для коронального перемещения лоскута. На слайде вы наблюдаете обработку поверхности корня. В данном случае это этап обработки кюретой. Обработка поверхности корня. Заключительный этап – полировка. Фиксация коронально смещенного лоскута в новом положении двойным обвивным кисетным швом. Вы видите зафиксированный в новом положении коронально перемещенный слизистоконечный лоскут в области зуба 23. Анатомические сосочки совмещены с хирургическими, ушиты двойным обвивным кисетным швом и ушиты два вертикальных разреза непрерывными швами. Также вы видите зафиксированный лоскут в новом положении в другом ракурсе. Состояние ткани через 14 дней на этапе снятия швов. Состояние ткани пародонта в области зуба 2-3 через год. Состояние ткани пародонта в области зуба 2-3 после двух мукогингивальных операций. Рецессия десны полностью устранена. Получен объем кератинизированной десны и ширина прикрепленной десны достаточные для того, чтобы иметь более стабильный результат. Измерение расстояния от десны до режущего края. Измерение области некариозного поражения на равно миллиметру до реставрации старой. Такой показатель демонстрационный. В первом окошечке слева вы видите исходную клиническую ситуацию. После проведения пластики методом латерального смещения лоскута вы наблюдаете промежуточный результат с увеличением объема кератинизированной десны, полученным определенным образом и толщиной. И в последнем окошечке слева, справа вы наблюдаете конечный результат, полное устранение рецессии десны в области зуба 2-3 с получением объема кератинизированной десны и его ширины. Это также более приближены, можем обратить внимание на состояние межзубных сосочков. Да, это уже пострезультат спустя 2,5 года. Обратите внимание, что наступает постепенная кератинизация. То есть жевательная нагрузка на объем прикрепленной десны влияет именно таким образом, что происходит постепенная кератинизация того самого прикрепленного объема десны. Измерение расстояния от десны до режущего края. Результат спустя 5 лет стабильный. Наконец-таки созрели переделать реставрацию на зубе 2-3.
Это и обратите внимание, что фактически полностью восстановился объем кератинизированной десны, и она выглядит так, как будто никогда никаких пластических операций не проводилось. Демонстрация отсутствия некариозного поражения в области поверхности корня зуба.